вообще не думал, что я выиграю. Просто я подумал, что может быть, можно будет тебя на пейсу говорить. На там компьютер не мире. Ну, поэтому я постарался. А при последнем задании вообще было легко. Наверное, мне было сложнее всего в самом последнем суперзадании. И только я даже не старалась помогать моему ребенку, потому что из-за того, что он давно, там, с 3,5 лет занимается шахматами, вот эта зрительная память у Лаврика развита, конечно, 150 раз лучше, чем у меня. Понятно, что в кадре могут произойти какие-то неожиданности и сюрпризы. Но сегодня, мне кажется, мне досталось больше всех, потому что девчонкам было проще, а я, оказывается, сынок храплю. Самая вредная привычка у мамы. Смотрите шоу «Большая и маленькая звезда» на СТС.